Всем добрый день. Ребята, меня зовут Анатолий, кто не знает, это Ираклий. Привет. Ираклий приехал из Тбилиси. Из Тбилиси. Чтобы полетать на параплане в Гудаури. Мы сейчас в Грузии находимся, кто не в курсе. Нас сейчас ждет полет в каньон, и для этого мы должны немножко на старте пройтись вперед. Как это будет, вы сейчас увидите. Готовы? Один момент. Иракли, первое, что сейчас будет происходить, нас потянет назад. Упираешься и плавно идешь назад, но упираешься вперед немножко, понимаешь? Да, да, да. Понятно. Упирайся немножко вперед. Хорошо. Сейчас потом назад идем. Назад идем. Готов идти вперед? Да. Давай. Давай. Взяли теперь, упираемся. 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 Пытаемся, садись, Ирак. Супер, классно. У-ху! Вот мы и полетели. Все нормально, Ирак? Все отлично. Отлично. Летим. Левую коленку вверх, левую вверх, колено вверх. Хорошо, я тебе удобно сделал, чтобы ты сел. Правое колено вверх. Хорошо, удобно сидишь? А как саму природу там? Сейчас сделаем, подожди. Да, да. Сторону. Ну, ракурс видно. Все нормально? Все хорошо. Не, у меня с высотой нет проблем. Сам параплан видим? Да, видим. Там широкий угол достаточно. Все классно, отличный река. Цвета классные очень. Мне расцветка сама нравится, серого и зеленого. А как долго надо учиться управлять? Всю жизнь. Управлять я быстро научил. Я учу обычно за месяц. По факту, это в месяц убирается. Как настроение? Отлично. Я немного на похмелье, но... Я чувствую. Вчера такая трудная ночь была, траву немного больше покурили, чем надо было. Это восходящий поток. Ну, это буквально динамический поток, не термический поток. Ты просто сейчас чувствуешь нашу динамику, ты не чувствуешь восходящий, вот именно турбуленцию большую. Понятно. Когда большая турбуленция, ну, ее реально. Круто очень. Я все думал, вот когда поднимусь, буду думать, что зря поднялся или нет. Все правильно. Анатолий, с этим пропеллером, когда прыгаешь, а там какая это, ну, разница там какая? Разница в том, что я могу лететь в любую погоду, ну, когда вот сейчас ветра нет у нас, да? Да. Я набираю высоту, куда угодно лечу. Без
каких-либо ограничений по направлению. Mm-hmm. Сейчас мои направления должны быть связаны с погодой, с ветром, понимаешь? Если я полечу туда, где ветра нет, то мы сразу же приземлимся. То есть мне нужен восходящий поток ветра, вот, который нас сейчас удерживает в воздухе. Ты чувствуешь, да? Да, да. Мне этот поток нужен. Без него я лечу вниз. Плавно планирую. Где-то полтора метра в секунду мы теряем. А это на нем можно контролировать, да? Наверх можно подниматься. В данный момент ты же чувствуешь, вот настоящий. Да, да. Разворот. Да. Я удерживаю, пытаюсь удержать его. Насколько он мощный, от этого будет зависеть. Насколько он широкий, от этого будет зависеть, ну, как мы с тобой. Сейчас солнца нету, так как солнце генерирует эти восходящие потоки. Без них, то без солнца, то есть нам тяжело работать, понимаешь? Да, да, все понятно. Вот небольшая тут улица, не знаешь, как White Rabbit'у подняться? Что сделать? Ну, как White Rabbit'у подняться потом, ну, там у канатки, что White бар... White Rabbit'у это кафе такое? Да, да. Наверное, будем ехать там, где мы рядом будем? Да, приблизительно там же. Без проблем, вы же все равно с нами. Мы да, там... поедем домой, может, там жить. Там друзья мои сейчас, да. Тогда смысла тебе нету за дочкой ехать, понимаешь? Да. С тобой высоту, ну, я так понимаю, что ты хочешь только в каньон, правильно лететь? Ну да. Я понял. Тогда я просто буду удерживаться, просто полетаем, потому что машина все равно будет ехать минут 40 вниз. Ну, понятно. 42. Вот, поэтому мы полетаем с тобой задольше. И когда я увижу машина, что проедет нас, понимаешь, да? Понятно. Ну, либо тебе плохо станет, ты скажешь, я себя плохо чувствую, там, к примеру, ну, полетит. Посадка будет вон там, в самом конце. Где поворот уже идет в ущелье, видишь? А, да, в том районе будет музыка. Приземляться ноги, пандяц, да, мне надо? Перед посадкой, не парься на это. Ладно.